духа, стойкость, волю к победе продемонстрировали около 100 спортсменов в Подмосковье. В соревнованиях специальной олимпиады Московской области по мини-футболу для людей с особенностями развития приняли участие 12 команд в двух возрастных категориях – 12-15 лет и 16-21 год. Основная задача – социализация, подарить спортсменам веру в себя. У нас, в общем-то, не стоит задача сделать из них первоклассных футболистов, да? Задача у нас стоит такая, значит, социализировать детей, чтобы они общались между собой, значит, чтобы они как-то, значит, опыт спортивной борьбы имели, ну и здоровье. В России специальное олимпийское движение развивается более 20 лет. Сегодня оно объединяет 70 региональных отделений, которые работают во всех федеральных округах и насчитывает более 130 тысяч детей и взрослых. Специальная олимпиада берет свое начало ориентировочно с 2004 года. Этим начинал заниматься, вот продвигать это движение в Московской области как раз физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Спартанец». Сегодня мы уже спортивная школа по адаптивным видам спорта, и мы продолжаем в этом участвовать. Первое место в возрастной категории 12-15 лет заняла команда «Шаховская-2». Среди спортсменов возрастной категории 16-21 год лучше стала Удельная из Раменского городского округа. Именно она представит Московскую область на всероссийских соревнованиях, как было определено на жеребьевке. Евгения Корейская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.